Одна из основных отличий установки Торнадо S является наличием автоматизированной системы управления наведения огнем, что позволило намного уменьшить время выполнения задачи. Также была добавлена система топопривязки, что позволяет машине самостоятельно, независимо от командных пунктов, ориентироваться в пространстве и на карте. Также добавился гирокомпас, что направляет машину во время движения. И работа расчета облегчилась, что позволяет нам намного быстрее и качественнее выполнять поставленные задачи. Машина теперь может одна выезжать, абсолютно одна выезжать, занимать позиционный район, выполнять задачи. Цели могут приходить конкретно на машину, могут приходить уже рассчитанные цели. И работа расчета облегчилась в том, что меньше нахождения людей на открытой местности. Вся работа выполняется в основном в машине. Если сравнивать по площади поражения, то старые машины полным залпом, одна машина полным залпом может накрыть площадь до 9 футбольных полей, то у Торнадо эта площадь увеличена до 12. Приблизительный размер там 600 на 800 – это достаточно большая площадь поражения. Точность увеличилась в разы, потому что сейчас появилась возможность каждый снаряд направить в конкретную точку. Второй я центральный. Готовность 2 к бою, запустить GTA. Есть готовность 2 к бою, запустить GTA.